Привет, друзья. Успокойтесь там все. Привет, Виктория. Так, Виктория, в прямой хочешь? Да? Привет, 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 привет всем. Итак, какие там что-то? Блин, все мысли забиты. Делами, делами, даже не знаю, что вам сказать. Ой, привет. Привет. Как дела? Тебе так все забавно. О, вот. Отвисло. Как дела? Это? Да, отлично. Хорошо, у тебя как? Ага. Как дела? Хорошо, у тебя как? Неплохо, на тренировку еду. Ты откуда? Я из Казахстана. О, Казахстан. Я там был. Однажды был в Казахстане, в Алмате. В Алмате? Я с Караганды. Ну, вообще с Караганды, город Караганда, знаешь такой? Ну, слышал, но не был никогда. Километров от Алматы. Как у вас? Работаю я в Астане. Ну, живу, работаю уже 2 года здесь. Здорово. Как погода у вас? Погода ужасно холодно, ветрено. Ну, Астана сама по себе очень ветреная. Поэтому погода, честно, не пожелала бы себе даже приезжать сюда в гости. Пока что, по крайней мере, зимой. Потому что вообще летом может быть плюс 50, а зимой может быть минус 50. А вон, тебе видишь, пишут, что землячка, кто-то пишет, что... Кстати, скажи, пожалуйста, как в Казахстане живется? Говорят, что там очень неплохо, там экономика хорошая, все неплохо, да? Ну, мы, видишь, уже привыкли. Нам нормально живется. Кто приезжает там, даже с Африки у нас очень многие есть, афроамериканцы, которые живут в Астане, например. Я просто прожил где-то месяца 4, наверное, 5 в Киргизии, и я был в это время в Казахстане, тоже заезжал. Вот, мне в принципе, мне понравилось. Если ходить по нормальным местам, то неплохо. Вот. Казахстан это горы, это леса, степи. А скажи, Иссык-Куль все-таки казахстанский или киргизский? Это Казахстан, скорее всего. Не, ну там вроде у вас 50 на 50. Кто говорит, да, 50 на 50. Ну вот, понятно. Хорошее место, очень красивое. Да, у нас вот тоже вот недавно у меня сестра ездила туда отдыхать с мужем. Она говорит, очень Я тоже думаю, это... отлично отдыхали. У меня у тренера своя база на Иссык-Куле, поэтому как только у меня будет возможность, я обязательно тоже съезжу туда отдохнуть. Я потому что был в Киргизии, но так и не посетил это прекрасное место. Вот. Ну что, дорогая, давай. Киргизия, вот, кто пишет, это Киргизия. На связи, рад тебя слышать, рад с тобой поговорить. Ты хороший собеседник, по крайней мере, не прячешь лицо, симпатично. Спасибо большое. Еще в следующий раз поговорим. Все, на связи. Да, пока-пока. Пока. Так, дорогие мои, давайте я вечерком выйду в прямой эфир уже после 11 и кого-то присоединю, мы поговорим обо всем. Давайте говорить на разные темы, не только на Дом-2. Давайте поговорим о том, кто где живет, какие у кого достопримечательности. Давайте там собираться, приглашать друг друга в гости и, как говорится, делать мир добрее, веселее не за счет Дома-2.